Всем привет, друзья! Об этой фишке Xiaomi мало кто знает. Я сейчас, друзья, говорю о скриншотах. И о необычных скриншотах, а об обрезных. Итак, возникает вопрос, как сделать обрезной скриншот на Xiaomi. Этот вопрос волнует очень многих, и многие его задают. Не все, конечно, в целом очень интересно. Как делать обычный скриншот, все вы, наверное, знаете. Свайп тремя пальцами по экрану вниз. Либо кнопка включения-выключения плюс громкость вниз. Тоже делать нужный вам скриншот. Но если вы хотите выделить определенную область, не вырезать потом, а чтобы она у вас была сразу, также эту область вы можете трансформировать как вам удобно, делать PNG и все остальное, то для этого есть, друзья, определенная фишка. Итак, что для этого нужно? Первое, что вам понадобится, это, конечно, телефон с MIUI системой. Далее вы прикладываете 3 пальца к экрану и держите. То есть никакого свайпа, просто 3 пальца зажали в любом месте экрана и ждете. Далее вы увидите всплывающее меню как раз таки обрезного скриншота. На выбор у вас здесь есть 3 версии. Сверху вы их видите. Это квадрат, это круг и свободный вариант. Здесь все понятно и логично. Квадрат будет квадратный, круглый будет круглый. А вот самое интересное, это, друзья, по сути, свободный. Когда вы сделаете скриншот, вы можете его сохранить, нажав на соответствующую кнопку. Если вы делаете частичный скриншот со свободной трансформацией, то смотрите, как это делается. Вы берете, вырезаете любую часть экрана, пальцем вводите, как вам необходимо, и нужная часть вам, друзья, вырезается. Соответственно, она попадает в галерею, и вы можете ей потом воспользоваться. Кстати, черный цвет очень легко вырезается в программе, и вы можете как PNG-шки их использовать для своих личных нужд. Реально очень удобно. Теперь, дорогие друзья, у вас есть ответ на вопрос. Как сделать обрезной скриншот на Xiaomi? За это, конечно же, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте о телеграм-канале, который находится в описании. Ну и, конечно, я буду рад каждому вашему лайку и комментарию под этим видео. Всем пока-пока!